Это Любовь Соболь. ЦИК сообщил, что после обработки всех голосов Приморья единорос Тарасенко опередил коммуниста Ищенко на 1,5%. Вчера я рассказывала об этих выборах. Там после подсчета 95% бюллетеней уверенно лидировал кандидат от КПРФ. Но потом результаты взяли и резко изменились. Кандидат от КПРФ заявил, что часть протоколов были переписаны. И теперь вот ЦИК официально сообщает, что на выборах Приморья победил единорос. Глава ЦИК Элла Панфилова опровергла данные о фальсификациях. Она рассказала, что некоторые участки – это корабли, и поэтому там может быть 100% явка. Спасибо, конечно, за это пояснение, но спрашивали вас, Элла Александровна, не про корабли, а про большие участки в Уссурийске, где у единоросса Тарасенко оказались аномально высокие результаты. Результаты в Уссурийске выглядят вот так. Это тысячи голосов, крупные городские участки в Уссурийске, и там у Тарасенко 83-85% и даже 97%. По всему краю меньше 50, а тут везде в районе 90%. Это что за уссурийская аномалия такая? Это так в этом городе Тарасенко любят? А может, это просто там протоколы переписали? Вот просто взяли и переписали, наплевав на мнение людей. На этом фоне секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что, дескать, «Единая Россия» больше всех заинтересована в легитимности прошедших выборов, и что чистота и конкурентность выборов – необходимые условия доверия к победителю выборов. Это, видимо, в Уссурийске частота выборов, когда после подсчета 95% всех голосов лидировал коммунист, а потом внезапно победил единорос. Это, видимо, легитимность. В Хабаровском крае второй тур выборов губернатора только предстоит, и там местная администрация решила сделать ход конем. Действующий губернатор Вячеслав Шпорт предложил своему сопернику от ЛДПР Сергею Фургалу должность своего заместителя. И ЛДПРовец согласился. Это при том, что именно кандидат от ЛДПР выиграл первый тур. В Приморье единорос Тарасенко в первом туре опередил коммуниста больше, чем на 20%. Но затем протестные голоса объединились, и вот уже проигрыш при подсчете 95% голосов. Уссурийская аномалия и протесты против фальсификации. А в Хабаровске ЛДПР лидирует, пусть на несколько сотых, но лидирует. Вероятность, что он победит, очень высокая. А он берет и соглашается на должность при единороссе губернаторе Шпорте. Такая она партия ЛДПР. Нет, мы и так много знали про так называемую системную оппозицию, но сейчас уж очень показательно вышло. Если власти додавят и официально объявят губернатором Приморья Тарасенко, это подорвет доверие к выборам. Люди проголосовали, выразили свое отношение к Единой России. Извольте это голосование уважать. Минобороны России заявила, что ракета, которой в 2014 году был сбит пассажирский Боинг над Донбассом, была изготовлена в 1986 году и затем отправлена в войсковую часть на территорию Украинской ССР. Таким образом, Минобороны утверждает, что Боинг сбили украинской ракетой. Еще представитель Минобороны заявил, что видеоматериалы Международной следственной группы о передвижении Бука были сфальсифицированы. Ранее Международная следственная группа установила, что пассажирский Боинг был сбит из Бука, доставленного с территории России. Малазийский Боинг был сбит 17 июля 2014 года на территории Донецкой области Украины. На нем летело 298 человек, включая детей и делегацию специалистов по СПИДу. В основном граждане Голландии, Малайзии и Австралии. Все они погибли. На следующий день после гибели Боинга президент парламентской ассамблеи ОБСЕ заявил, есть серьезные указания, что Боинг сбили с территории повстанцев. Об этом же заявил президент США Барак Обама. С тех пор каких только заявлений не делали представители России и не писали российские СМИ, чтобы опровергнуть эту версию. Следственный комитет рассказывал, что гибели Боинга причастен украинский самолет Су-25. В эфире Первого канала показали уникальный кадр, якобы доказывающий, что Боинг сбили из истребителя. Потом у этого кадра нашли признаки фотошопа и откровенного фейка. В июне 2015 года концерт «Алмаз Андей», который производит установки БУК, заявил, что «Боинг» сбили все-таки ракеты с земли, но с территории, которую контролировала Украина. А через месяц после этого Следственный комитет повторил версию про ракету «Воздух-воздух» и самолет, с которого сбили «Боинг». Вот что после этого должны были подумать международные наблюдатели. У нас официальные лица одновременно говорят и про ракету «Бука», и про украинский самолет. Что это вообще такое? На кого это рассчитано?
Международная следственная группа все это время вела расследование. В 2016 году она представила промежуточные выводы о том, что Боинг был сбит ракетой «Бук», привезенной из России. Следователи разобрали версию, что Боинг сбили с территории, которую контролировала Украина, и аргументированно опровергли ее. В мае 2018 года следствие представило дополнительные сведения о причастности России. Сейчас расследование продолжается. Когда состоится суд, пока неизвестно. Ясно только, что это дело будет рассматриваться окружным судом Гааги. Малайзия предлагала создать международный трибунал по этому вопросу, но Россия наложила на него проект вето в Совбезе ООН. Рано или поздно суд по этому делу состоится. Следствие, судя по всему, выйдет на него с версией про БУК, привезенным из России. И сколько бы российские СМИ не показывали уникальные кадры, российские военные не проводили брифингов, избежать этого суда России не удастся. Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что квота в 35% на иностранные фильмы в российских кинотеатрах водиться не будет. Все любители зарубежного кино могут выдохнуть. Можно по-прежнему спокойно ходить в кинотеатры, не опасаясь, что любимый фильм куда-то перенесли. Зарубежные фильмы давно не дают покоя министру Мединскому. То он предлагал ввести разную цену на билеты для российских и иностранных фильмов, то жаловался, что фильм «50 оттенков свободы» обрушил прокат нескольким российским фильмам. Не качество российского кино виновато, а голливудские фильмы и, видимо, люди, которые хотят смотреть крутое интересное кино, а не отечественную продукцию. Помните фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2»? Он с треском провалился в прокате. Может, министр думает, что если запретить зарубежные фильмы, то таких провалов не будет? Спешу разочаровать министра. Это не поможет. Будет как 9 мая, когда по распоряжению министра культуры отменили показ «Мстителей». Люди не пошли на фильм, который им не понравился. Люди просто не пошли в кино. И кинотеатры потеряли деньги. Очередное гениальное решение наших чиновников. Чтобы российские фильмы собирали деньги, надо снимать хорошие фильмы. Вот такой гениальный совет. Не спонсировать через фонд кино откровенную халтуру, а снимать хорошие фильмы. И тогда их будут смотреть без квот и прочих ограничений. Это была Любовь Соболь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.